привез и сразу начал звонить начальству. Вы печкой топите, да? Ну да. Ну, говорят, приедут. Ну, приехали через неделю. Начальник сперва пришел, фотографировал все. Вам сюда прям привезли уголь, да? Ну, вот угольник ваш вот это, да? Да. Угу. Надо его мазать, надо его белить, а то некрасиво. Так что приехали, я взяла там соседка, я говорю, пусть приедет твой брат, заберет. Так он приехал и забрал. Так теперь вот приезжает то голосовать, то еще что-то, а я говорю, мы вам уголь привезем. Я говорю, да спасибо, вы уже привозили. Uh-huh. И как, я как-нибудь насобираю, я в мешках беру, 5 мешков беру, 2000. И то каждый раз это самое, понимаете? Да понимаю, у вас пенсия небольшая, наверное, да? Да как и у всех, 1000, фу, 10. 10 тысяч рублей. Uh-huh. 10 тысяч. А вы одна живете здесь, да? Пока одна. Здесь жил последнее время жила жена вот этого Васильченко, летчика. А моя мать была еще живая. Она пришла, ну мы ходили, а там еще флигель, мы там жили. И мать стала с ней разговаривать, там заступаться. Она вышла замуж за другого, он ее бил. Ну, мы заступались, и все. Потом ей дали квартиру. Мать пошла в военкомат туда. И нам дали вот эту хату. Так мы теперь в этой хате. Животные есть у вас? Сейчас нет. Муж был живой, и утки, и гуси, и все, и кролик, и все держали. А сейчас нет, собачка одна. Она привязана, потому что она сперва лащится, а потом кусает. Так я ее взяла и привязала. Так что вот такие дела. А вы дома постоянно, да, находитесь? Да. Ну, а как вас зовут? Женя. А отчество? Денисовна. Евгения Денисовна. Угу. Хорошо, будем знать, если что, может быть, будет какая-то помощь, будем к вам в гости приходить. Ну да, вот в этом доме у них окно посредине. Угу. Она всегда смотрит, угу, кто пришел, кто шел. А потом спрашивают у меня. Вот это были 3 солдата. Угу. Не солдата. Ну, может, они там и служат еще в военном. Приносили вам тушенку, наверное, да? Нет. Первый приходил. Так он меня там и мандарины, и апельсины, угу, и все поприносил. Фруктики, да? Зашел. А как до вас, если что, докричаться, если вам прийти и принести продуктиков, фруктиков? Как вам, если что? Вот тут стукнули, а тут встали. Вы, если что, в окно видите, да? Да, а я глянула в окно, и собачка моя кидается прям. Глянула в окно, ага, стоит кто-то, и выхожу. Так что вот такие вот дела. Давайте, Евгения Денисовна, тогда отдыхайте, лечитесь. Угу. Если что, будет возможность, будем к вам приходить, помогать вам. Угу. Всем до свидания. До свидания. Хорошего дня вам. И вам. Здоровья вам, до свидания.